так наш Дед Мороз отправляется в путешествие, складывает свой костюм в пакет и едет в аэропорт. Ну, все, готов. Ну, удачи, Дедушка Мороз. Спасибо. Всем привет! Чтобы улететь бесплатно Дедом Морозом, нужно заблаговременно прийти в офис, зарегистрироваться, получить бесплатный билет, потом уже прийти на стойку регистрации. Если там будут свободные места, получится улететь. Дедов Морозов собралось много. Мы попытаемся прорваться. Все, на сегодня Дед Мороз со Снегурочками закончились. Вот только одинокий Дед Мороз со Снегурочками не ждут своего рейса. 7 часов, который будет в Краснодар. Итого, подведем итоги сегодняшнего дня. Кто хочет улететь еще до конца акции, осталось 3 дня. Нужно заблаговременно прийти в офис Победы, ну, там зарегистрироваться, получить билет. А потом уже ждать конца регистрации возле стойки. Если будут места, то вас посадят. То есть не сразу идти к стойкам и там ждать, а обязательно в офис прийти с паспортом и там пройти регистрацию. Вам там дают билет и уже с этим билетом ждете. Не повторяйте моих ошибок. Ну, чтобы зарегистрироваться, примерно за 1,5-2 часа нужно пойти в офис. Во Внуково офис находится на 3-м этаже. И там уже получить билет свой без номера. Ну что, не удалось у меня улететь в Стамбул сегодня. Будет попытка номер 2 завтра. Завтра я уже теперь знаю, какой порядок тут регистрации. Будет дубль 2.